Сегодня один из самых прекрасных декабрьских праздников – День Святого Николая. С каким удовольствием и интересом заглядывают малыши под подушку или в сапожок. Сколько радости в детских глазах. Да, они верят, что подарки положил им ночью Святой Николай. А вместе с детьми, кажется, верим в волшебство и мы. И я от всей души хочу поздравить с праздником тебя, дорогой мой друг. Пусть в этот день произойдет у тебя доброе волшебство. Пусть сегодня сбудется самое заветное твое желание. Пусть будто в сказке скрипнет дверь, и на пороге появится удача, которая навсегда останется с тобой. Будь всегда жизнерадостным, больше улыбайся, ибо смех продлевает жизнь. Благополучия тебе, уюта и добра!